В рейтинге глав областных администраций первое место заняла харьковский губернатор Юлия Светличная. Далее следуют руководители Тернопольской, Винницкой и Донецкой областей. Исследование проводил Комитет избирателей Украины. Учитывали социально-экономическое развитие региона и результаты опроса местных экспертов. Так, под руководством Светличной в прошлом году на Харьковщине выросли темпы промышленности на 6% и строительство почти на четверть. Эксперты высоко оценили и международную активность области. Сюда с официальным и рабочим визитами приезжали президенты Литвы и Польши. Свою роль сыграло и тесное взаимодействие губернатора с облсоветом. Бюджет региона на следующий год был принят без единого голоса против. Есть позитивная оценка людей, которые ценят главу областной администрации не за пиар, не за какие-то яркие высказывания, а за результаты работы. А также то, что все-таки в Харьковскую область приезжают президенты других стран, наших европейских друзей, европейских партнеров. Это говорит о том, что рейтинг все-таки объективен. Серед плюсів ремонт доріг області, зокрема, в 2017 році було відремонтовано в 4,5 рази більше, ніж у 2016 році. Одним із ключових досягнень було залучення інвестицій на добудову двох станцій Харківського метрополітену.